Даю отсчет. Короче, 5, 4, следующий трой я танчу, нахуй. 2, 1. Зашла, убью. Сейчас дух полетит. На козе. Сейчас дух 3 секунды полетит. На мне. На локле, да. Сокоба, не давай лужу. Угу. Центр. Убежали центр, центр разбежались. Убежали в крест, никто не домашит. Все, поехали домашить. Давайте Геру. Тан, готовься, на муки бежать. Берегитесь. Муки. Блять, ну как нахуй? Ну ты ебать как близко, ну это просто супер близко, это, блять, ну вообще не вариант. Ну ты в прошлый раз бегал, когда не умирал, почему ты туда же не бегаешь? Умираете? Так я там же, блять, и был, блять, сейчас, я вот сюда, вот, блять. Ты в углу был. Ты бегал, блять, вот сюда куда-то. Я забился, он в столб. Его прям в столбе убило, в углу столба, да. Куда он забился. Я понимаю, но это очень близко, посмотрите, это ебать как близко, ну это пиздец. Это очевидно, что тебя там убьет, ты же сам должен рассчитывать расстояние. Я говорю, у нас еще ни разу такой проблемы не было, чтобы танк не убегал. Зачем ты выбираешь себе определенную какую-то точку? Беги, пока бежится, пока он, блядь, кастует. Докастовал, вернулся. Ты добежал до угла, и еще там, я не знаю, ну, там полсекунды еще стоял, который ты мог бежать еще дальше. Да, пиздец, босс, которого с первого раза всегда убиваем. Поставьте Аркнайта к Шепарду. Блять, вот там специальный человек есть. Для которому ты только что дал помощника. Ну да, вот теперь он двигает. Чё, я, короче, отбегаю в эту метку в луну, правильно, блядь? Может, ты даже за неё. Не такая логика, понимаешь? Логика в чем, что босс, ну, ты уже там смотришь, остается полсекунды, начинаешь бежать. Ты не бежишь в определенную точку, ты просто, блядь, бежишь как можно дальше. Все, он ее скастовал, ты вернулся. Так я до этого и здесь, блядь, умирал от этой хуйни и так далее. Не-не-не, просто не, босс постоянно умирал вот в этой зоне. Во всей вот этой зоне ты постоянно умирал. Вот здесь ты умер на прошлом трае, вот здесь. Вот здесь. Ты не убегал вот, здесь, вот сюда. Вот как ты, что ты говоришь, вот у тебя, бегал, вот у тебя вся вот эта зона, в которой ты умирал. От столба и вот линия. В ней ты умирал постоянно. Год трай, год, еще трай, я потанчу, пацаны, блядь, заебали. Ладно. Просто бегай максимально далеко, и все, блядь. Шепард живой? Да я отчет. Знаешь, что может быть? Там магия на него может вешаться, надо на него руку держать без пэла. Скорость замедляет же эта хуйня магия. За этим ну, у нас смотреть. Стоит паладин, ничего не делает, он диспелит всегда. Ну типа как вариант, я только один раз дох, когда на меня эта хуйня вешалась и не успели диспелить. Войт, отойди от меня подальше, иначе не увидим на ком дух. На второй фазе степанину диспелит. Ну ты помогай ему, дух полетел. Да, мили где-то. Монки, по-моему, Монки. Йоши или Локо? Нет, Коба, значит.
Ну, блядь, вы диспельте все, что видите, если вы не понять на ком. Я так понимаю, что оно агрится на волков иногда. И когда волки умирают, они уже перевыбирают другую цель себе дух. Там, смотри, там да. Изначально две красные рамочки, Локал и Йоша были. Надо было по ним дать. Либо по Йоше, либо... Какой Йоша? Ну, танк, ДКш. Я понял. Диспельте всех миликов, там, блядь, урон от двух даже взрывов прохилится. Короче, когда не видишь на ком, я буду говорить две цели, на ком изначально, типа, красные рамочки, их диспель, типа. И либо Йоша, либо Локал. Сейчас ты по кому диспель давал? Взгляни. Он может на волка его кинуть. Так, ну... Меня, он смотрите, он в ДПС-листе незримое присутствие. 150. Вот Степанида диспелил Йоша, значит на локале было. А Коба диспелил Монки. Ну не исчезло нихуя, все равно упали, да? А что, дух встал просто прям на Монки. У меня продамажил пехотинцев, рубаку, волка, орка, призванного демона, элементаля воды, священника. Вот, все. Что ты я сказал, я не понял. Набор слов. Просто не сумань волков. Да, да. Они у меня в КД сейчас. Ну только поэтому не буду. Ради вас, пацаны. Это все, конечно, весело, но нет. Коба манки кушать. Все, поел. Коба не поел. Ебал этого босса. Что даю, чё? 5, 4, 3, 2, 1. Ик. Вот смотри, сейчас две красные рамочки. Йоша и Монки. Третья появится, скажу, блядь. То, что раз ты говорил, две будет, вот вторую диспалит. Две сейчас. Вот Йоша и Монки. Типа цель, на которую конь бегает и там. Так. Летел, да? На Локла. Я могу следить только за рейнджами. Миликов просто всех диспель, блядь, кого видишь. Че я скажу, блядь. Полетел, ду. Сейчас, секунду еще. На Войда. Видишь, какая тактика его. Там и так видно. Нарда, да. Не, я подошли рамочки. В центр, не лей лужи больше. Подошли в центр. Я-то весь, я диспелил вот такую запрестал. Набиваем танк, агри сейчас сразу. Что лужа лежит, убежали в центр. Ой, в крест. Все, дамажим босса. Дали Геру. Волков можно призвать дом? Не знаю, не стоит. Готовься там скоро бежать. Так. Ой, дал пушка. Ебать, насколько далеко можешь убежать. Хорош. Главное вот этот дух с танка здесь пылить, чтобы он перед отбегал. 5 секунд в муке. Берегитесь. Ух. Это подбадрость человека. Меня переполняет мощь. Берегитесь. Муки 5 секунд. Берегитесь. Силушка богатырская. Муки 5 секунд. Берегитесь. Муки 5 секунд. Ебать, чуть ли не в Долорон убегает. Да лучше так. Кайфово, блядь. Муки 5 секунд. Берегитесь.
Есть там мана? Ой, ой, дай ману. Я зачковал. Муки, 5 секунд. Тебе дать? Да. Берегитесь. Спасибо. Аркад еще есть, просили. Он себе даст. Муки, 5 секунд. Там уже на 3 ранжа убегать начинает. Сейчас добиваем, никто не дамажит. Ждем, когда танк поймает босса. Отойдите все от сена чуть ближе к краю креста. Муки сейчас будут через 5 секунд. От сена, Аркрайт. От сена, да. Все, никто не дамажит, когда бьем. Блять, матышка летит, сука. Все ок. Все, поехали. То же самое, все. Милики, ну стойте лучше, в пизду поумираете. Так, сейчас паттерны изучим, блядь. Да, смотрите за топотом. Топот сбивает касс. Смотрите, сейчас будет топот. Ну, танк, жди там, он сейчас выбежит. Танк, ты вместе должен сидеть. Танк, жди там, он сейчас выбежит. Я знаю, я разверну его сейчас, чтобы вас было. Хорошо, хорошо. Ждем топот. Блядь. А, он не убегает, пидор. Берегитесь. Топот после галопа будет. Берегитесь. Топот после галопа будет. Ну плохо, пусть багается, ничего страшного. Он тут сейчас сразу в нас побежит, нет? Да я разберу. Нет, да. Берегитесь. Топ подождем. Ой, это страшно, ёбаный рот. Ага. Я там был и рыбу ел. Берегитесь. Топ от после галопа. Ебать. Да. Есть БР Аркайд? Что тебя убило? Чарж. Берегитесь. Топот сейчас будет. Танк, держи его прямо у стенки. Раз такие ситуации возникают. Да, плохо, пусть конечно. Оно бежит, блядь, за край, ничего страшного. Топот. Берегитесь. Топот после галопа будет. За топотом смотрим. Ну все равно там аддот тикает, дамаг получает, это безопасно, ебать. Похиливаете, что у вас там? Дам сейчас гимн на ману. Берегитесь. За топотом смотрим. Смотрим. Ой, блядь, уже топнул, сука. Пидор, блядь. Не босс. Берегитесь. Топот будет после галопа. Топот, ебать. Не очередной, нахуй. Берегитесь. Топот после галопа. Топот. Берегитесь. Топот ждем. То есть мы его, блядь, дамажить не можем, а он нас, сука, может оттуда. Ну, охуел. Петух, блядь. Топот. Бля, проебался.
мне не хильте, я типа сдохну, сдохну, хули. Ты сам хиль, блядь. Опыт сейчас будет. Опыт. Берегитесь. Топот сейчас будет. Танка, танка поднимите. Частица может спала, да? Типа не да. Берегитесь. Топот после галопа будет. Подложит опыт линковать. Берегитесь. Ой-ой-ой. Подымите танка. Ну, танка на фул держите. Кто-то топот проебал. Берегитесь. Топот сейчас будет. О, опять вот этот топот и рывок. Чё, дотикайте? Ну, типа не иду, пусть прохиливает. Да добьют, что 80 тысяч. Берегитесь. 70 тысяч у пидора. Ебаный босс. Ладно, запястье. Уже. Здесь за мной тоже падает, блядь. Нахуй. Зачарю на какой-нибудь резист. Ты же уже забирал вроде бы. Да, вроде есть у меня такие. Нужны тебе сова? Да. Сейчас. Сейчас. Танк тебе нужны, наруч? Танк. Он отказался. Рольте кому на успех надо. Мне нужна цель. Бля, неужели одного босса прошли? Ну все, давайте переносим на следующий день тогда. Я захожу на ханта. Давай. Тащи танк по чуть-чуть. Просто один танк. Он отошел, наверное, куда-то. Ладно, все, спекайся, блядь. Давай. Подхильте только. Там много хиль, пизда. Надо тебе ману еще резать. А чапи? Да хули назад уже похуй. Короче, веду, пока жрите-то. Все равно мы тут сейчас в таком сетапе пойдем. Вот видите за огром свои. Бать, страшно. Около, я тебе ПС-ку дал. Давай, и дал этот, зубы, так что дамаж. Ох, шепард отлетел. Дайте мостам. 80 тысяч.
Угу. Ой, ты где-то умрешь сейчас. Проклятие, хули. Здесь этот Аркрайт, пойди здесь, пойди. А вот нам уже кончил. А что ты не спускаешься, я понять не могу. Проклятие там замедляет скорость. Я на пола нет. На пол есть. Два на пола. Да не, брат. Вот опять проклятие вот это, видишь? Медленно бей его. А чё вы не лутаете никого? Проклятие. Бегите сюда. Так ругаешься или действительно проклятие? Ну видишь, скорость замедляет. Бля, меня починили, я бежал-то хилить. Чё за хуйня? Бегите сюда уже на центр. Ну все, я сплю нахуй еще 16 секунд. Нужно здесь пылить, я. Некому. Где? Да все, уже кончается. Спасибо, что пришел. Пойдем. Спасибо, что не паралич минул. Что, у тебя два куска, да? Да. О, бля. Успел ничего нажать. А ты надеялся на что-то еще, да? Да. Розовую полоску увидел? Били. Сразу понятно. Мой час. Хотел кару обычку еще не отдать. Остров делал всякую залупу. Ну потом спать решил. Поспал. Тоже нихуя. Отличная история. Поднимай. Ну прям день отличных историй. Чё, Кейра стоит? Не вижу, блядь. Собирать рейды — моя жизнь и работа. Я ее и за даром исполню с охотой. Да, без анрола, да? Я теперь понимаю, кто вот эти, блядь, открыточки отправляет бабушкам в WhatsApp и одноклассникам. Кто, я, что ли? Он их клепает для них. Ну. У него, короче... Доброе утро, солнышко, и счастливым днем тебя, зайка моя. Вот это вот. Чё, блевано. С днем влажного бетона все. Да. Да ведите вы сюда, что такое? Что происходит? Хули? Я не знаю, блядь, что происходит. ДК, зайди сюда, к нам иди. Мы тебя похилить не можем, ДК, ты где там держишься за текстурами? Ну, нихуя. За угол заводите, за угол, за угол, за угол.
На тесто. Пидор. А такой таунт видал? Хожу, видал. А вот такое видал? Рывок бешеного медведя, блядь. Что-то рейд сегодня? Блядь, вообще. Под пивас. Сука, блядь. Вот и заколовая. Да. Или что, или там будем убивать? Да там уже пидем. Вот сейчас, правда, отклеится. Нахуй. Ебать. Да это как раз нормально, потому что там экран забавился бы. Да пиздец. Что происходит, сука? Не знаю, я танков не вижу. Хуйня, блядь, какая-то. А там в комнате уже там 5 мобов. Я знаю. Хуйню занимайся, блядь. Это все тренер виноват. Ага. Они кастуют, да, и их там хоть и бить, ну типа уже можно, но неудобно. Это, блядь, сорян, я открытку писал бабушкам, блядь. У него, короче, там компьютер стоит, Dual RTX 3090, короче, там, блядь, монитор 4K, блядь. Ты мне напомнил прикол. Раньше... Чисто рендер-машина, блядь. Слышь, пацаны хвалились, типа, у кого какой комп по мощности, так. И там процессор Intel Core 2 Duo, типа. И я такой челик говорю, у меня Intel Core 2 Duo. А тот такой переспрашивает, Intel Core 2 Duo, ебать, нихуя. Кого вы там 2 Duo? Intel Core 2 Duo, говорит, нихуя. Ебать. Хули, блядь, в 2005-м. Ходили в Сан-Андреас играть друг у друга, блядь. На раз в 2005-м вышло? Да, да, ебать, в 2005-м. Нихуя там лаги были, я ебу. Просто по 30 секунд... В 2005-м я еще только в Vice City играл, потому что Сан-Андреас, по-моему, в 2006-м вышел. Не-не, в 2005-м. А что, Кейры нет, да? В смысле нет, надо, блядь, найти, а потом ее искать, чтобы ее не было. А кто тебя захуярил, Коба? Я с мобом сидел полминут. А где, где? У нас? Того. Тебе что, Войт, проще на мобах или на боссе? Надо подумать. А что, у тебя там 4Т4 есть у ДКшника? Так, у него, да, 4Т4. Ну, наверное, мобов больше на нем будет от лужи. Я типа могу на мобах тоже. Но там как бы увечья по 3, 15 секунд. До босса? Да, это на боссе. ДК на мобах. Сводить тут их с лестницы, там подпрыть. Тут, блядь, что мы там пьем? До саппорта, наверное, лучше будет. Чтоб не умереть вначале. Что осталось, то и петь. А, уже кончилось. Ну, петь саппорт. Я на хп ебану. Чё, не надо их выйдите? Нет, а хорошо. Кушайте рыбу, кто умирал. Бери бак, нету. А чё, может я Навара сюда зайду, ребят? Что тебе нужно было ещё раз, напомню? Тапки и плащ, типа, отсюда. Кому-то нужны тапки и плащ? Посмотрите. Плащ так точно ты... нет, типа. Какие, кожи нужны? Ага. Нихуя себе. Роги типа не нужны, мне вот он написал. Сука, нихуя себе, так мне нужны, ебать. Кому, на конта? На мишку, нахуй. Смотри, какие у меня на мишке обоссанные тапки. Это мои тапки, ебать. Не, ну типа, я могу плащ поролить. Плащ 3, нужен никому силы покажите. Ну тапки не будешь ролить? Я заберу тапку. Ну да, да, типа, зайду плащ только поролить. Ну все, все запомнили. Все запомнили насчет тапок, я видео пишу, блядь. Заходи, да. Да давай, ладно. Сейчас только, ребят, мне еще надо будет спуститься на 3 минуты, прям сумки забрать, короче. Давай быстрее, пока тактику объясню. Во, все, блядь, там тапки, нихуя. Я просто на них дрочу, понимаешь? Тогда Мишка, получается, ты на трэше, если на Варе буду танчить. Я... Ну да, хорошо. Или ты можешь бдилку дать и на трэше быть. Сука. Ну тут смотри просто, блядь, лут-бомба, нахуй, идол, если что, на эрдру беру, тапки, если что, беру, блядь, чё ещё, нихуя, что ли? Крит-меткость, шеф с острова,
Кинжал. Перед хас. Можно кинжал, да, заобузить? Кинжал надо кому-то из ПДшной? Да. Это не кинжал, это дробяшка. А тут... в натуре дробящий. Ну, могу носить. Да, блядь, в смысле, нахуй? Я релот написал, мне все равно не дает метки пидор ставить. Короче, похуй, забирайте, блядь. Даже посох, блядь. Шепард красавчик. А что, тебе не нужны эти тапки, да? Люди такие есть. А, у тебя там меткость. Ну, они мне на мишку ебать как зайдут, там и мастерство. Я и просто этим левелом, у меня ведь 26-е, блядь, я стамины въебу туда, ебаный в рот, будет бомба, блядь. Так, луна. И трусы. Ну просто, если тапки выпадают, это означает, что Войт счастливый, блядь, соберет 4 волонира через 2 года. В луне у нас стоит хожу и... Что-то у нас Аркрайт. Стоите в луне, первый хожу забегает, второй Аркрайт. В трусах у нас Монки и Локал стоят. Первый Локал забегает. Что у нас еще по РДД там осталось? Все, ебать, что ли? В натуре все. Ну, тогда вам надо не слакать. Если шо, Рога, я тебе крикну, забежишь какой-нибудь, если кто-то затупит. Нажмешь спринты. С какой стороны? Услышал? Ага, хорошо. Рыбу сразу кушайте, ну не рыбу, а вообще еду кушайте, как выходите из этого, из танцев, чтобы усталость снималась. Там, по идее, вчетвером все нормально закрывается, если никто не затупит. Вот, танки, тортики там подъедаете потихо, остальное все скушиваем, не ждем. Смотрите за пэтами, сферяйте, давай сейчас по ферам скажу. Так, а что там у нас? Хуй знает, а танк глупо, хил тоже глупо. Этот петух, вот этот петух. Челостань разливаем, череп поставил. Потом снижение хила заливаем. Коба, сначала фиряешь крест, потом фиряешь... ставлю тебе сейчас ромб. Степанида, ты всегда фиряешь Катриону, звездочку. Так. Ну, двух мобов заливаем, дальше босса идем. По ферам смотрите, что если мобы там в каких-то ебеничах вот здесь уже бегают, не кидайте им еще один фир туда же, иначе они выбегут, босс заевейдится. Этот, ебаните шкаф, я символ куплю. На меткость? Да. У меня, короче, там 12% магическое, еще 5% не хватает. Начался тот контент, когда это надо, блядь. Сука, подландил. Чё, блядь, нахуй тупит всё? А, всё, варты на боссе получается, там сам сдаваешь его, когда тебе удобно будет, но на первой фазе, на второй фазе под распрыжку скидывай, когда босс будет прыгать. Вот, в принципе, ничего сложного, у тебя никаких задач сверх не стоит, как обычно переигрываешь все на второй фазе. Тут он Степанида отходил, еще на АФК проверю. Это РЛ, а чё по танкам, по тортам? Танки едят торты у вас или нет? Да, но без там охуенных стаков. Не знаю, не стака, кстати, нет. Бежал, съел с маленьких столов, на большой не бегай. Вот, и всё. Степанида, тебе нужно будет фирять всегда звездочку. Хорошо? Всё, танк, покушай рыбу. Это, приставал. Сейчас, да. Подожди, я только в танк аспекнусь на секунду, блядь, извините. Ну заебись, блядь, сука, я тоже вара хочу, нахуй, сука. Ну, варом, да. А у паладина, у холипала есть марсокраж, да?
Думаю, да, да. Так пускай он тогда отдаст, наверное, первый сейф под череду на второй фазе, а я тогда отдам, у меня побольше будет. Чтобы... Ну, да, хорошо. Степаниды скинешь на череду первую. Коба, локал, скушайте настой и поехали. Можно саппорт. Дайте за бафы, ты куда поехали? У меня вообще бафов нету, блядь. Ну, я постараюсь, просто я не моментально тебе скажу. Сам же так же, как и ты глазками вижу. Смотри, холипал, получается, у тебя идет три метки. После третьей метки сразу у него будет череда. Вот, соответственно, сразу будет череда. На второй фазе, после третьей метки, через 6 секунд будет череда. Да, таймер. Ты таймер включаешь? Трехминутный который. На 4.21 череда. Нет, сам включишь таймер. Можешь включить? Да, да. Локал покричишь по танцам, потому что я хилить буду, могу не заметить, сколько стало. Ага. Ну все, все готово, я думаю. Вы всех в одном фрейме танчите, правильно понимаю? Да, здесь подлезете. Хорошо. Даю отсчет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Геру, поехали. Так, сорян, моя. Танцы луна. Сразу кушайте после танцев. А где женщина появилась? А, все, кабан один. На большом столе кабан есть. Я слева на маленьком съем. Танцы. Следующая каменка. Следующий крест. На большом кабан есть. Тортик на маленьком есть. Поднимай. О, блядь, ебать, вар что-то усыпался. Все, прохилили. Танцы луна. Кушайте сразу после танца. Там на луне что, кончились люди? Да, да. Я таймер не включал, ебаный. Посередине кто остался, встаньте, побежишь на разные метки. У кого есть фаза? Я показываю тоже типа. Тихо, тихо. Не, в луне танцы, в луне. Танцы луна. Шепард луна. Шепард луна. Хожу, сколько еще осталось? Я следующий танцы. На маленьком справа есть этот. Вот я где только. Какого, блядь? Я хожу, ты на луне. Есть. Хожу, луна. Бегу. На маленьком слева рыба есть. На маленьком справа кабан есть. Съешьте много еды, подбегите, что-то съешьте. Хотя бы, чтобы 4 стака осталось. Тортик на маленьком справа. Медленно бьем. На большом. Монки, луна, монки, луна. Ладно, я добегу. Давай, пока щиты держатся. Аркрайт сколько? Все, спал дебаф. Стой на луне. Танцы. Луна, Аркрай. Да. Когда фазы, я хуй знаю. Справа на маленькой эти. 30 секунд фаза. Кабан справа на маленькой. Ешь кто-нибудь? Съели. Пьем кабана. Давай. Блядь. Рыба вон есть. Танцы. Я закрою. 6 стаков на боссе. Ешь пьем. Босса бейте, все, босса бьем. 10 секунд. Астаки пропадут, тогда перефаза начнется. Я в луну зайду, если будет еще танец. Все, фаза. Все, танки смотрим. Поменялись. Войд. Он на мне. Забирай, вар. Ага. Войд забери. Можешь не говорить. Давай.
Ну что ты Мишка не забрал? Бэр, Аркрайт. Так Мишка не забрал, что ли? Я тебе не говорю, ничего, все. Забирай. Занимайся дальше. Войд забери. Не, там баг какой-то был, я уже забрал, не надо ничего ануть. Зачем вы Старфолл сдали? Ну все, блядь. Вот видишь, он сейчас в цели его держал. Да, типа вот такая. Ну, блядь, там. Я-то видишь, нажал. Ну, эвоидим, чё? Чё мы стоим, пошли эвоидить. Он держал в цели тебя, а бил меня, блядь. АБЛ, не? Ты таунт не нажимал и думал, что он тебя держит. А на самом деле он меня бил. Надо смотреть. Так а в чем проблема всегда нажимать таунт? Так я нажал сейчас таунт, типа я был во фрейме. То есть я нажал таунт, мне написано было, не было. А промаха у тебя не было? Нет, а босс сидел типа на мне, блядь, а в итоге он сидел на тебе, непонятно почему. Ну, у меня показывает, у тебя один промах. Вот смотри, начнем с этого. Один промах это когда я мастаунт уже сделал, это вот до этого. Не-не-не, не мастаунт, а именно провокация, видишь? Ну, это да, типа, а потом я нажал сразу, типа, мастаунт, то есть несчастный в этот момент. Ну, да, у нас таких проблем с какими-то багами раньше не было, значит, что-то не то тыкаете. Короче, промах провокации, это означает, тебе надо сколько процентов меткости? 263, 270 и символ на провокацию, правильно? Ну, так у меня и стоит, у меня сейчас 8% хита и символ на провокацию. А открой магическую меткость, сколько там меткости? Какое? А при чем есть магическая? Это, блядь, физика. Таун 17%. Открой магия и меткость, рейтинг меткости на виде, сколько там процентов? Кейра здесь. А 7,6. Ну, выходим все. Ну вот 7,6 плюс 8 получается 15. Да, типа, ну, типа, я не могу. Ну, типа, я промахнулся провокацией один раз. Я потом сразу нажал мастаун, типа. Монки, давайте. Шепард, уйди из комнаты. Ты, кстати, попробуй в следующий раз не это, не мас. Шепард, а мобов побьем. Этот дразнящий удар попробуй. Да, он заставляет тебя бить. В любом случае, неважно, комната. Шепард сказал, выйди из комнаты. Там есть Лав, Кристиан, Кейра, да, заявить еще раз, Монки? Сейчас заявить. Появились Фиона, Дороти, Криспин, Кейра, да, есть. Войд. Алло, меня слышно? Ой, Войд, блядь. Локал. Я все это время сам разговаривал, да? Да. Да. Ладно. Пульни что-то наверх там. Вот с грозой, да, наверх туда, чтобы мобы прибежали. Ну, пиздец, ну. Да нет, так. Появились Дороти, Раф, Киспин, Кейра, да, пидораска заебала, а?
еще пуля. Вон там как смотрите, эти челики тоже, они появились. Киспен, Дороти, Робин и нормально заходим, добиваем эту пачку и заходим. Блять, как всегда. Сука. Я удивился, что нас вчера ВК не выкинула, блять, ни разу. Сука. Нихуя сова, блядь, потешно кастует. Потешно, блядь.